поп-фэншуй. Поп-фэншуй это можно перевести как ну, некий модернистский фэншуй или нью-эйдж фэншуй, или пространственно ориентированная психология. Здесь идет привязка к секторам, зонам помещения для того, чтобы поместить туда какие-нибудь символы. Жабку на монетках, эти самые уточки-мандаринки или, не знаю, вертикальный доллар, висящий в юго-восточном углу. И, по сути, вы здесь используете аспект человеческой удачи, позитивное мышление. В это, естественно, нужно верить. Вы в это вкладываете свою энергию и рисуете картинку своего счастливого будущего. И это тоже работает. То есть я не хочу сказать, что это не работает. Многие люди, используя подобный символизм, карты сокровищ, коллажи, они достигали очень хороших результатов, находили прекрасного принца на белом BMW и так далее. Я просто хочу сказать, что это подмена понятий. То есть поп-фэншуй, так называемый, все эти сувениры, коллажи, аффирмации – это раздел психологии. А классический фэншуй – это раздел фэншуй. Здесь идет подмена понятий, что если вы открываете книгу, на книге написана география, а переворачиваете обложку, и дальше пошла психология. Это просто психология, окей, но не нужно на книге писать географию.